7 апреля церковь празднует День Благовещения Пресвятой Богородицы, один из 12 главных праздников в православном календаре. В День Благовещения Пресвятой Богородицы Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа, Сына Божьего. Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людская дева, та верующая Богу, та глубоко свободная к послушанию и к доверию, что от нее может родиться Сын Божий. Следует отметить, что такое воплощение невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. В этот день Благовещения мы, Божией Матери, созерцаем Деву, которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей своей крепостью сумела довериться Богу до конца. Такая способность довериться Богу неприродная, неестественная. Такую веру можно в себе выковать подвигом чистого сердца, подвигом любви к Богу, ибо отцы говорят: «Пролей кровь и примешь дух». Один из западных писателей говорит, что воплощение стало возможным, когда нашлась Дева Израильская, которая всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью своей смогла произнести имя Божие так, что она стала плотью в ней. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы по древнерусской традиции после литургии в Благовещенском соборе Кремля патриарх, духовенство и дети выпускают на волю птиц. Этот обычай был возрожден в 1995 году и теперь совершается во многих храмах. По слову святейшего патриарха, это исполненная глубокого смысла традиция, символизирующая, что птицы уже не в клетке, а на свободе, напоминает, что в нашей свободной воле поиск Царствия Божия. Народные приметы. Если на Благовещении на крышах лежит снег, то ему лежать еще до Егория, до 6 мая. Если в этот день будет мороз, то ожидают еще несколько морозных утренников. На севере их считают до 40. Тепло на Благовещение, много морозов впереди. На Благовещении без ласточек холодная весна. Зимний путь кончается или за неделю до Благовещения, или спустя неделю после Благовещения. Солнце в праздник Благовещения к урожаю пшеницы. Дождь в праздник хорошей рыбалки, грибной осени. Если в праздник прогремела гроза, можно ждать теплого лета, отличного урожая орехов. А мороз в этот день мог принести хорошие прогнозы на урожай огурцов и яровых. С Благовещением, Пресвятой Богородицы! Да храни вас Господь!